Динамометры, резисторы, электродвигатели. Эти приборы хорошо знакомы губкинским школьникам, которые серьезно увлекаются физикой. Так пошло с первого года изучения физики, что она у меня стала получаться, и я стала ее понимать. Поэтому пошла в физико-математический класс, стала углубленно изучать, и на этом основаны все знания, успехи. Дарья Кочнева – ученица Роснефть-класса. Для предстоящего поступления в технический вуз девушке необходимо сдать ЕГЭ по физике. Для того, чтобы справиться с испытанием успешно, Дарья старается пополнять свои знания по этой науке. 11-классница постоянно участвует в конкурсах, олимпиадах и викторинах по физике. Такая активность может стать хорошим подспорьем для будущей абитуриентки. С этого года впервые в истории Российской Федерации в приемных комиссиях вузов декан будет проверять портфолио абитуриента, и требования к портфолио очень высокие, поэтому задача школы как раз вот организовать участие учащихся в различных конкурсах. Губкинские школьники постоянно принимают участие в различных конкурсах. Например, сейчас полным ходом идет подготовка ребят к участию в 15-м фестивале «Наука и искусств. Творческий потенциал России». Он пройдет в конце февраля в Обнинске. Поедут туда 12 учеников 4-й школы. Это они пишут сейчас проекты, готовимые. Каждый ученик готовит проект. Там будут участвовать у олимпиадах по разных направлениях и разные игры, то есть научные игры, что, где, когда, квазар, наукоград и другие там мероприятия. Значит, у нас программа очень насыщенная, потому что времени мало. В этом году губкинская делегация едет на фестиваль 9-й раз. Некоторые участники – победители и призеры прошлых лет. Напомним, в минувшем году ребята привезли 18 дипломов и кубок за второе место в общекомандном зачете. Больше всего наград губкинцы получили по физике. Физика – это очень интересный предмет, наверное, потому что много того, что еще не раскрыто, и того, что предстоит изучить. Физика дает нам как возможность понять природу, какие-то явления. В общем, физика почти на все вопросы дает ответы. Кроме физики, участники будут состязаться в знаниях по другим предметам – биологии, химии, экологии, географии, истории, русскому и английскому языкам. Всего в 15-м фестивале «Наука и искусств. Творческий потенциал России» планируют принять участие свыше 200 школьников из 20 регионов России. Елена Канина, Александр Анфимов, Владимир Гусев. Новости Губкинского.